Поехали. Мега, гипер, супер, что там? Wild card для финала, скажем. А чё Левальский? Кому он сказал, что он устал тут сюда? Первый раз такое слушал. Когда играл с Кирпичом, сказал, что всем вот его больше не прёт. СБ. И. Сетл выиграл Тиков. Блять, несправедливо. Карлса. Не прёт. Блин. Где мой любимый плей? Я буду вспомнить, что хотел. Что у меня тут было? Да, вроде. Кена принят. Оп-оп. Гордон Хор. Блять, не набрал нихуя. 0,90. Что делать-то, блядь? Или матч ответственный нужно думать, или чё мы? Чё ты будешь матч? Чё, блять? Yes. Вот не работает. Как раз на бровочку этой. По бровке. До бровки были. Чё, стрим-то есть, нет? Лохи. Как же вы будете, ну, новых игроков привлекать, если никто даже не знает, что за игра. Тут два человека. Новые игроки. Сейчас пикселю дуэл дадим 10 тысяч, он нам нарисует. Надо идти в 36-ю студию, например, там, или в American Sport Community. Ты думаешь, не примут эту хуйню? Кинуть рекламку там в межсезонье пока. Вся хуйня. Порадуются. И сюда не увидал. Ну это Леон, брал хуй. Поле один пройдет, скорее всего. Чё тут за хуйня? We'll be right back.
Там закрытый дел. Блять, все поле уже почти прошло. Ну ёпта, ничего, заблокировали, как хорошо. Ну чё ж ты, браток? Где ж ты был, блин? Ну что ж ты, браток, не стреляйте в друг друга. Не то, нихуя. Как-то, блядь, херово ярды набираю за это, где пиздец словом. Да, блядь, ну ёптвою мать, ну как так? Четыре на двое, да? Блять, ой, Карсон Венс, красавчик. Да как хули делать там все? Так они все успевают накрыть. Сейчас, наверное, нет. Ну, вдруг. Сейчас, да. Ярд, бля, это что за хуй? Время 2:12. Плохо, конечно. Ну давай, 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 раз. Ну, первый раз бренд Grimes. Блять, чё я делаю, чё ты блин, как он, блядь, все на ярд, ну, блядь, доносит. Ну, он вообще пиздец, блядь, злой в этом уроне, блядь, что же можно просто. Что, блядь, делаешь?
Квотербек Смит какой-нибудь сейчас будет. Ну валите, блядь! Суки! Не смогли, блядь. И времени, да, не хватило ведь раз. Сколько было? Минута 59 где-то, да? Ну, на драйв времени ушло около 2 минут. И сейчас твое владение, ты понимаешь? Паса 0. Пора вызывать Ника Холмса. Он в плей-офф обычно тащит. Че за третий тачдаун будет? Ты выносишь, что ли? Возврагу пиков. Не будет. Будет для повторения Patriots Falcons. Ух ты, да, блядь. Я тоже, блядь, мне кажется, на перехват сложил. Что за хуйня? Пиздец. Там инкомплит как минимум должен был быть. Да. Ёбаный урод. Я огорчён. Всё, на. Очень сильно. Ещё через пас, да? Ух ты! Неожиданное решение. Чё, на третий тачдаун уже занёс, да? Дурок. И форт. О. О, волнение. Дон, наверное. Полная хер. Очевидно было, да? А у Ричардсон, кстати, у тебя первый там, да, по всем показателям. А куда паста, блядь? Хопкинса же надо было давать, ёбаный в рот. Там что-то... Ну ебать, еще чего не хватало. Левион был там был, что ли? Да еще Левион. Пиздец. Блять. Эй, бери, блядь. Да я хуй знаю, что делать-то, блять. Что тут собираться уже, пиздец. Так что ты и то не работает. Слишком хуй. Что ты тогда делать? Не делать и не то получается. Блин, хули теперь делать, давай фолсы выбить. Чё, чё тебе стереть? Да стереть-то уже, собственно, вообще ничего. Да. Может вообще схему поменять.
быстрые были. Так я смотрю. Ай, так. Да, понял. Непонятно, что будет. Чего? Что? Запутался, да? Блядь, что у тебя за Вагнер там, блядь, бешеный какой-то, нахуй? Ты видел, как он тебя носится, нет? Уже пиздец. О, блять, пиздец, он псих там уже был. Кто? Бля, выносы пошли. Четыре тачдауна отыграть надо, всего-то. Чтоб хотя бы в овертайме было. Блять, блять, можно было ведь на Хопкинса сыграть, там убегал так же. Вообще принял, блять, Лешон Маккозер. Да хоть не в сухую бы сыграть-то, блядь. О, кстати, первый, блядь, прием. Я смотрел на тех дальних. Надо играть, хер. Ну играть буду, все-таки. Кем вот это надо? Вот этот открыт, блядь, нижний, заеби, я хуй толку. Полная хуйня, блядь. Блядь, остановили, блядь. Ого, ну ладно, прикрыт. Да охуеть, блядь. Тестер гикс вроде, да? Да, у тебя что-то все. Да охуеть, блядь. Просто его с колена. С колена по щам ему дал, похуй. Охуеть просто. Вообще унижение было конкретно. Но я после этого все буду играть. Да, выжил в плей-офф, так что. Ну, хорошо. Значит, можно. Значит, можно играть. Ах, ереть, блин. Ярда. Блядь, падел. Да, блядь, чё не отдал-то? 20, блядь.
Тут пора бы уже. Банк, наверное, бить надо при такой хуйне, блин. Эпик. Да блять, отдай хоть куда-нибудь. Да, что-то вообще повар. О, он вообще банк вообще шикарный. А, все уже, да? Слава богу. Да, все, слава одна богу. Игра. Один матч. Ну, Ник Фолз даже, блядь, лучше, Ник чем... Фолз, ну, да, не Сесилиан. Не тащил, Ренечка. Ну, зато у него ни одного интерса. А, ну что, спасибо за игру. Все, спасибо тебе. Спасибо. Давай. Так, по итогам матча побеждает Мэмбри, он же Сиэтл Сихокс, счет 35-0. Сихокс выходит в Супербол, с кем они сыграют, выяснится в матче Green Bay Packers против Лос-Анджелес Рэмс. Или, иначе говоря, РВД против Рока. На этом все. Я закрываю. Видео, сохраняю батарейку и заканчиваем.